Здравствуйте! Сегодня 17 марта 2022 года, 6 часов 7 минут утра. Я сделал несколько снимков восхода солнца. Солнце довольно быстро встает на восходе. Вот я сейчас пока тут минуты полторы-две стою, оно сейчас полностью вылезет из-за горизонта. Тихая погода, ветер слабенький такой, с севера дует. Чистое безоблачное небо. Сегодня может быть даже так потеплее, что и пчелки будут летать. Мое село находится на севере Черниговской области Украины. Это бывший Городнянский район, теперь это Черниговский район Черниговской области. Сегодня ночью летали российские самолеты со стороны Чернигова, у них тут прилет был назад, они летели на аэродром в Белоруссии, бомбили Чернигов, и ночью, где-то часа, наверное, в 4, может быть, в начале 5, какой-то резкий такой громкий звук произошел, я спал, вот, я от этого звука проснулся, в общем, тут где-то что-то шандарахнуло, я не понял, где что, я минут 5-10 не спал. Вот, но больше звуков таких не было. В общем, где-то какой-то снаряд сюда в село к нам долетел, потому что боевые действия под Черниговом и в Чернигове были практически всю ночь. Температура 7 градусов мороза, иней везде на траве. Тут кошка у меня рядом сидит, пушистая такая. Вот, Сонька я ее называю, потому что когда маленькая была, любила спать. У нее носочки такие белые. Вот, и усы белые. И сейчас ее на руки возьму, а то лапки поднимает. Холодно ей на траве сидеть. Сейчас ее на руки возьму. Вот мурлыкает. Так что под утро сейчас чуть-чуть эта война притихла. Птички поют, радуются приходу весны. И скорее бы эта уже война закончилась, потому что столько людей погибает, просто словами не передать, и абсолютно невиновные и никак не причастные ни к чему. И сейчас по факту идет самое настоящее уничтожение, геноцид украинского народа. Сегодня утром я включил радио, радиостанция «Украинское радио», «Украинское радио», так она называется. Бывшая радиостанция «Промень» существует с 1924 года. Так вот, передали сообщение. Так, Сонька слезает, на спину мне села и когтями царапает меня. Слезай, давай, слезай. Вот, передали такое сообщение, что в Мариуполе, значит, в драматический театр, где находились дети, военный пилот сбросил бомбу на это здание. Причем на здании было написано с двух сторон огромными буквами, огромнейшими буквами, что там дети находятся. И вот эта паскуда какая-то россиянская, которая прилетела в Мариуполь, в Донецкой области. Ну, где-то там с Ростовской области он прилетел, или откуда он там прилетел. На плече сейчас Сонька сидит тут и трется об меня. Как она тут любовь проявляет. Так вот, сбросил бомбу на этот театр, и там большое количество погибших детей. Вот это вот блядский этот русский мир. Так защищает русскоязычное население Мариуполя от укрофашистов, так называемых, придуманных российской гребаной пропагандой. Чтобы там повыздыхали с вашим российским, с русским этим миром. Вот, и чтобы вы пошли туда, откуда вы вылезли на свет Божий, паскуды, моральные уроды, мерзавцы и подонки. Слава Украине, слава защитникам Украины, слава героям Украины и слава всем здравомыслящим людям во всем мире, которые помогают Украине в это тяжелое для нас время. Желаю вам богатырского здоровья, 100 лет жизни, удачи во всех делах,
До свидания и до следующих выпусков моих сообщений. Всего вам хорошего.